Последние часы уходящего года ульяновские меломаны проведут под аккомпанемент Ульяновского государственного академического симфонического оркестра. Популярную новогоднюю рождественскую классику и узнаваемые композиции легендарных бродвейских мюзиклов исполнит звезда американского джаза Калил Уилсон. Это моя первая большая программа с симфоническим оркестром за последние 5 лет. Я сполна вкусил экзотики, активно путешествуя по России. Приходилось передвигаться поездами, на самолетах и даже специально заказывать такси на большое расстояние. В Красноярске было настолько холодно, что я понял, что такое настоящая русская зима. А в вашем городе мне тепло. Почти так же, как у меня дома. Если сравнивать Россию с музыкальным направлением, то это, конечно же, церковная музыка. А еще меня поражает, что русские очень поющий народ. Вы поете, кажется, всегда и везде. Silent Night. It's a song about... «Тихая ночь» для меня самая рождественская композиция из всего многообразия мировой музыки. Она связана с пением всех матерей мира, каждая из которых хочет защитить своего ребенка. И это то, что по-настоящему объединяет весь мир. Это первые новогодние праздники, которые музыканты из Сан-Франциско встречают вдали от своего дома. Я впервые останусь один в праздничную ночь. Но меня будут согревать мысли о моих родных и друзьях. Мы будем на связи, и я попытаюсь в эту ночь не думать, как я одинок. До поездки в Ульяновск Калил Уилсон успел загадать желание Санта-Клаусу. Я попросил у Санты в новом году еще раз оказаться в России. Это то, чего я хочу больше всего на свете. Хочу попутешествовать и увидеть всю вашу страну. Ярослав Щедров, Сергей Ямин, специально для новости Улправда ТВ.